И здравствуйте! Наконец-то мы добрались в этом году до Белозерска. Начинается сериал с этих мест ежегодный. Вот, едем на древнюю поселуху. Ну, не на совсем древнюю, сейчас покажу. Здесь вот есть такая штука, когда едешь, проезжаешь. Я покажу. Древний город, археологический памятник. Вот туда ходить не надо. Вот абсолютно не надо. Ничего там не найдете, только проблем себе. Вот. Мы едем прямо. Была обычная древняя, ну не древняя, старая деревня. Ее мы хотим потрогать. Короче, эпопея начинается. Смотрим. Вот такие дороги в районе Белого озера. Совершенно вообще отлично. Ну, типа бетонки, да, с этим, с гравием. Но ровные достаточно везде дороги, хорошие. Вот. Потом вам озеро покажу само. Сейчас лед сошел. Красотень, да. Итак, доехали. Но это еще не само место, чуть-чуть пройти нужно. Вон туда, за деревья. Мы сейчас пешком пройдем, заодно потом посмотрим вот это поле. Деревня жилая, которую мы проехали вот по полю, она старая. Она еще в петровские времена была. А нам туда, на урочище. Вот, заодно сейчас здесь помахаем, посмотрим. Красота! Давно мы год не были. Вот. Что еще рассказать? Лучше показать. Тут же прям рядом с машиной вышечка. Такая засидочка охотничья. Поставили машину и идем вдоль, вот туда, в тот угол. Много, конечно, несколько сигналов проволочных копнули. Смотрите, что выскочило. Попробую снять. Короче, печать это. Хрена себе. Воду мы не взяли, естественно. А, Р с короной, что ли, или что это такое? Смотрите. Класс. Вот такая вот штука. То мы еще никуда не дошли. Интересно. Так, у Любы тоже сигнал. Что-то, ну, у меня-то убитая полушка. А, ну понятно. Зеленый кругляш. Там вот за деревьями техника молотит где-то. Интересно, что там они делают? Это, там делянка рубленая. А, может быть, да, они там упал. Что? И гвоздь, монета. И гвоздь, монета. А что за монета? Не пятак? Не пятак. А мыть-то тебя чем? Сейчас тетя Люба обработает. Где пятак? Где тут пятаки дают? Ой, ребятки, прикольно, смотрите. Это мы еще до точки не дошли. Ух ты, это что такое? Печать? Да, инициалы Я. И корона. Нормально. Класс. Я сидел. Так, ну это вы как пианисты, блин, в этих белых перчатках. Ну, капуста или капуста, капуста. Капуста. В сохране? Ну, в общем, вполне такая приличная. Дайте дяде. Дай год посмотрю. Дядя истосковался. Вот ветер, не... кстати говоря, стихает и становится жарко. Вот не видно. Зеленый. Скажу. А, ну может отойдет. И вон гвоздь вверх лежал. Она под гвоздем. Вот тебе разделение. На. И чернина, и цветнина, цвет. Да. Же. Так, надо заодно клещи сейчас посмотреть будет. Да я чуть не видел. Пока нету, да. Такие бревна валяются везде. И вот мы дошли вход на дорогу, которая ведет на урочище. Туда мы, в общем-то, и идем. Ребята там были, Сашка с Димой. Но когда они там были несколько лет назад, там была очень высокая трава. Там никто не убирает, никто не косит, видимо. Ну, понятное дело. Вот. Сейчас единственное, наверное, время, когда можно попробовать туда попасть. Кстати, смотрите. Сегодня 2 мая. Еще лежит снег. Вот севернее гораздо от Москвы. Вот так и идем. По прямой. У Димы сейчас монетка была, совет. 77-й год, копеечка. Потом покажу, не стал снимать. Короче, нам туда. Туда.
Сразу извиняюсь, дикий ветер. Вышли на поляну. Вот там где-то деревня была. Сейчас мы туда и пойдем. Красота! Вообще. Так. Девочек крестик был. Рюмки копейки Николая. Озеро там, да. Извиняюсь за ветер. Значит, деревня где-то там была. В советское время ее уже не существовало. Попробуем найти. Ой, какой маленький-то. С веревочкой еще. Крест. Слушай, маленький. Как-то вот так вот. Вот сейчас на тот холмик поднимемся, там поищем. Давайте надо потрогать холмик. Или тот вот тоже надо. Тут все надо. Это так попадает. Полно. Вон там вообще немедленно я спустился. Вообще полно. Может, здесь был проезд, здесь же наверняка трактора что-то делали. Без понятия. Ну, наверняка. Жуткий ветер, сейчас попробую встать спиной. Ой, щитовичок. Год непонятно. Вон машина стоит. Кто-то сюда заехал, бухан. Может, охотник. Да, видимо, здесь она была. Вот здесь ямы, очень куча сигналов. Керамика попадаться начинает. Вот, короче, здесь вот на этой горе она и стояла. Возможно, что здесь были огороды. До озера. До озера недалеко. Вот это-то, да? Вон еще какая-то горка. Это еще что-то. Димка, молодец, да, сейчас среди урочища. Смотрите, охренеть. Чей напоминает? Шпага. Сюда клин. Даже след остался. Конечно. Вот. От шпаги вот эта защита. И вот это на навершие вставлялось. Целое еще. Добавь, пускай саму шпагу, может, там не валяется. Нет, озеро красивое. Перекопано, перекопано. Ну, как перекопано, господи. Где? Ну, ямки есть, ну и что? Да, много, когда вот как на Луне, вот там много. Охренеть. Лазим, лазим. Ничего дельного, кроме вот этой шашки, монет нету. Кругом ямы такие. Ну, это либо домовые, либо погребные, либо бог его знает, их там тьма. Горка. С той стороны такое ощущение, что все сдвинули трактором. Вот. Монет нет. Мусора, кстати говоря, советского тоже. Только железо. Вот. Дорога сюда должна где-то подходить. На этом поле сопутки не было. Значит, либо здесь, либо вот с этой стороны. Сейчас мы посмотрим, что будет. Интересно, что они там делают. Два мужика, одна девка, что ли, непонятно. Ну, либо рыбаки, либо охотники. Продолжаем лазить по урочищу. Железо тьма. Иногда выскакивают нечастые какие-то медные куски. Ну, всякая хрень. Мусора советского. Ну, проволоки, пробок нет вообще. Копано. Ну, нормально копано. Смотрите, какие штуки прикольные. Я такие не видел никогда. Кочки. С травой с такой, как будто ее расчесывали. А сверху зелененькая. Вот еще одна. Две только, да? Две. Димыч предположил, что это парик. Классно. Пытаемся найти, где здесь дорога. Въезд был вот именно в эту деревню. Пока непонятно. Что, ну туда он на горочку сходить? Может, там какие движухи были? Сейчас сложно сказать. На карте, кстати, ее нет практически. Ложка, бери. С собой куда? В карму. Что за ложка? Посмотрим. А, алюминиевый? Или не алюминиевый? Ух ты, ё-моё. Нет, такая-то нужна, ты чё? Гнутая, но прикольная. Старая ложка-то, посмотрите, какая. Ой, как старая. Да монгол. С логотипом КВ.
КВ. Прикольно. Итак, промежуточное такое размышление, рассуждение. Полазили мы по этому урочищу, там за моей спиной. Уйма черного железа. Очень редкие медные сигналы попадаются. Какую-то крышечку откопали. Ну вот только что от сабли, вот, точнее, то ли сабля, то ли что-то типа того. Вот эта вот дуга защитная. Ну, тоже в зачет уходит. Больше ничего нет. Хотим попробовать сюда в лесок за нами залезть, может там что-то будет. Вот, но если здесь ничего не найдем, уйдем на поле к машине туда, где печать подняли и монеты сразу. Может быть, надо было и там посмотреть изначально побольше. Залезли вот такой здесь пролесочек. Ямы как будто бы дымовые. Вот такая остаток печи стоит. Что-то здесь стояло, что-то здесь было. Ну что, уже неизвестно. Вот здесь, в этих ямках, пожалуйста, орляночка. Надо будет отмыть ее. Орляночка, походу, очень маленькая. Я таких не находил никогда, малепусенька. Интересно, интересно, что же здесь было. Смотрите, у Люба такая находка интересная. Это однозначно низ здорового креста. Тут даже что-то видно, вот, да, сидят? Да, три троицы. Святых. Святая Троица. Это. Что здесь могло быть на горе? Урочище вот там внизу. Могла быть часовня. Могла быть часовня. Слушай, ну это Святая Троица, эти годы. Ну да, да, да. Давай-ка здесь полазим. Еще надпись какая-то. Короче, еще одна пуговка отсюда. Да, надпись. Я таких никогда не видел. Якорь и топор. Ребят, спецы, подсказывайте, что это такое. Надпись я не вижу. Ну там какие-то буковки вот. Ну, сложно, надо рассмотреть. Целая, прикольная. Ну вот и закончился сегодняшний день. Приехали домой. Больше, к сожалению, ничего не нашли. Ветер очень сильный. Очень сильный, прям вообще. Даже такие завихрушки случаются. Вот. Находки, ну, понятно, что прикрепим. Больше. Ну, на сегодня что больше? Завтра будет новый день. Завтра поедем на 6 деревень, как так называемых. И оттуда тоже, наверное, что-то покажем. Пока Белозеро молчит. Очень холодно. Очень сильный ветер. Ладно, ребят, спасибо большое, что смотрите. Спасибо, что ставите пальцы вниз и вверх. Да и за все спасибо. Ну, пока.